Проект антикризисного плана Саратовской области обсудили эксперты на заседании в экономическом институте РЭУ. Свои предложения по обеспечению социальной стабильности озвучили представители учебного учреждения, члены общественной палаты, бизнесмены и чиновники правительства области. Бюджет этого года, как и во всех субъектах Российской Федерации, будет примерно на 10% меньше, чем обычно. В этом году мы специально сделали пессимистичный сценарий по поручению губернатора. Для чего? Потому что наша задача стоит бюджет сейчас, в первую очередь по доходной части, пересчитать, подходя из пессимистичного сценария. То есть мы должны понимать, надо жить по доходам и расходам, исходя из пессимистичного сценария. А вот задачи перед каждым органом власти, которые у нас будут в отдельном распоряжении, они все будут из умеренно оптимистичного. Министр промышленности во время обсуждения обратил внимание на то, что в антикризисном плане нужно предусмотреть больше программ для предприятий региона. Они уже сейчас оказались под ударом, а экономическая нестабильность еще не достигла своего пика. По словам чиновника, в областном бюджете при всей его скудности нужно заложить средства на поддержку промышленного сектора, иначе значительная часть предприятий может вообще закрыться. Сейчас одно из предприятий может повторить судьбу авиационного завода. Я попробовал решить безденежную поддержку в виде гарантии. Не решается. Даже гарантии не решается. Вот о чем нам сейчас надо думать в этот период. Эксперты выразили готовность и желание сотрудничать с областной властью в части доработки и реализации конкретных направлений плана. Все предложения будут направлены в региональное правительство.